данном видео я расскажу о двух способах хранения суши без применения агрессивной химии. У меня на канале есть видео о том, как я храню сушь при помощи обработки серой. Такой способ гарантирует 100% сохранность вашей суши. Кому интересно, можете посмотреть. Ну а в данном видео я расскажу о двух простых и эффективных способах хранения вашей суши эко-супер-эко, то есть без применения химии, которые тоже дают вам высокий процент сохранности, если вы будете соблюдать определенные правила. Обо всем об этом мы и поговорим в данном видео. Итак, вы считаете, что сера – фу, фосфит алюминия – фу, кака. У вас пасека эко-супер-эко, и вы хотите знать простые способы хранения суши без применения агрессивной химии. Их есть у меня. Итак, способ первый. Это сушь мы храним непосредственно в улье, там, где у нас обитают пчелы. Если это лежак, то мы просто за заставную перемещаем пустые рамки. У пчел есть доступ к этим рамкам, и если там, не дай бог, завелась моль, они ее быстро нейтрализуют. Если это корпусной улей, то над семьей мы ложим холстик, отворачиваем уголок где-то сантиметров 10, тоже чтобы у пчел был доступ к верхним корпусам. И в верхние корпуса мы ставим нашу сушь. Таким образом, хранение суши происходит прекрасно. При условии, что семьи у вас сильные. Потому что если семьи будут слабые, то проникнет одна моль капостная и испортит вам все рамочки. У меня произошло такое в 4 ульях. Я не заглядывал туда 2 недельки, и за 2 недельки в верхних корпусах моль испортила все рамочки. Вот такие вот чевряки вылезали уже. И пришлось их срочно перетапливать. Вот такой простой и эффективный способ. Пойдем к ульям, и я покажу, как сохраняются рамки при таком способе хранения. Итак, в лежаке у нас сушь хранится очень просто. Мы ее перемещаем за заставную и оставляем там до холодов. Здесь единственное требование, что рамочки не должны стоять слишком плотно друг к другу. То есть, чтобы лучше была вентиляция. Ну и мы видим, что моли здесь нету. Ни в темных рамочках, ни в светлых рамочках. И вот так у нас сушь стоит до холодов. А как только наступают холода, то вот эти рамочки из улья нужно убрать в пустой улей. Потому что, когда наступают холода, начинает появляться конденсат, который оседает на наших рамочках. Ну и, естественно, начинает заводиться грибок, плесень. И до весны эти рамочки могут попросту испортиться. Потом их нужно будет мыть либо уксусом, либо какой-то другой химией. Поэтому при наступлении холодов вот эту сушь нужно из улья этого убрать в пустой улей. Ну все, прекрасно. Моли нету. Ну посмотрим сейчас 12-рамочное улье. В 12 рамочниках лежит над семьей холстик. Уголочек отогнут вот так. Ну и в верхних корпусах хранится наша сушь. Ну и сейчас посмотрим, в каком она состоянии. Условия тоже. Рамочки должны быть слегка раздвинуты, чтобы лучше была циркуляция воздуха. То есть, если корпус на 12 рамочек, ну, поставьте сюда рамочек 10. Посмотрим результат. Никакой нет моли ни в темных рамочках, ни в светлых рамочках. Наша сушь хранится здесь прекрасно, как говорят во Франции.
Единственное, что нужно, это когда наступят холода, точно так же, как и в лежаках, вот эту сушь нужно забрать и поставить в пустые корпуса. Потому что тоже начнет образовываться конденсат, а там, где влага, там и грибки, там и плесень. И вот такие вот красивые белые рамочки могут стать сине-зелеными, что нам, в принципе, не нужно. Вот, красивые. Этот год вообще какой-то аномальный по моли, потому что лето очень жаркое, весна очень теплая, но, тем не менее, наша сушь без применения агрессивной химии хранится прекрасно. Вот такой простой способ хранения суши хорошо подходит для лежаков и для корпусных ульев 10-рамочников и 12-рамочников, если вы работаете с 300-й рамочкой. А если вы работаете с полурамкой 145-й, и если у вас 8-рамочники, то такой способ не очень подходит, потому что корпусов получается много, и если в каком-то из них заведется моль, и вы ее не увидите, то она быстро сожрет все рамочки. Поэтому для полурамок хорошо подходит второй способ, о котором я вам сейчас и расскажу. Ну и второй, не менее эффективный способ хранения суши, это когда мы сушь из ульев убираем и ставим ее в пустые корпуса. И она хранится там прекрасно, при условии, что в корпусах есть сквознячок, циркуляция воздуха. Для этого в корпусах нет дна и нет крыши. Под низ мы ложим сеточку, чтобы не проникали мыши. Сверху корпусов мы ставим брусочки и можно положить, ну, например, шифер, чтобы не затекал дождь. И ставить такие корпуса лучше в продуваемом месте. Ну, например, у меня стоят они между домом и хозпостройками. Здесь постоянно гуляет ветерок. Ну что, пойдем посмотрим, как происходит хранение при таком способе. Ну и способ второй в действии. Он больше подходит для полурамки. Мы отбираем корпуса с пустыми рамочками и ставим друг на друга пирамидой. Снизу у нас лежит сетка для того, чтобы не залезали мыши в наши корпуса. Ну а сверху у нас лежат брусочки, чтобы была лучшая вентиляция, и лежит шифер для того, чтобы не затекал дождь, не заметал снег. И в таком состоянии наши рамочки прекрасно хранятся до весны. Я, пожалуй, занесу корпуса, когда похолодает, в хозпомещение, там, где тоже есть вентиляция. Ну, это просто для того, чтобы лишний раз не мочить корпуса. Ну, а сейчас давайте посмотрим, в каком состоянии у нас находятся рамочки. Не завелась ли там гнусная личинка? Ну и смотрим. Здесь в основном рамочки светлые, потому что со 145-й рамочкой я начал работать только в этом году. Но в этот аномальный год моль жрет даже светлые рамочки. Как ни странно. Ну, есть здесь рамочки и темные. Это те, которые я ставил в самом начале сезона. И там матка отработала. Я их поднял вверх. Они занесли туда мед. Ну, вот такие вот рамочки. Они, конечно, более темные. И тоже в них моли нету. Главное правило при таком способе хранения – это то, чтобы был приток кислорода, сквознячок. Ну и тоже рамочки нужно слегка раздвинуть. Для этого, если это 8-рамочник, то мы ставим сюда 6 или 7 рамочек. И раздвигаем так, чтобы гулял ветер. Посмотрим сейчас нижний корпусок для интереса. Ну и в нижнем корпусе как бы то же самое. Моли здесь не наблюдается. Очень хороший, простой и эффективный способ, которым, пожалуй, я буду пользоваться, по крайней мере, с 145-й рамочкой. Можно такой способ применять и для 300-й рамочки, но корпуса с 300-й рамочкой, они как бы тяжелее, таскать их сложнее. Поэтому для 300-х корпусов этот способ, ну, не очень подходит. А для полурамочки он идеальный. Вот.
Ну, в соседнем корпусе посмотрю. Тоже, в принципе, все прекрасно. Единственное, что здесь были остатки меда, и пчелы его интенсивно весь выбрали. Вот такая история. Вообще, конечно, медовые рамочки лучше не ставить вот таким способом, потому что можно спровоцировать нападок пчел на других пчел. Еще такой способ хорош тем, что мы раз убрали рамочки, и мы их больше как бы не трогаем. Никуда их не нужно перемещать, потому что конденсата здесь нету, сырости здесь нету, плесень и грибок здесь заводиться не будут. И наша сушь будет вот в таком прекрасном состоянии до весны. Ну а весной в ней уже будет мед. Вкусный и сладкий. Ну вот, я и рассказал о двух простых и эффективных способах хранения суши без применения агрессивной химии. Способы эти не новые, они дедовские, и очень странно, что многие пчеловоды о них не знают. Пользуйтесь во благо. Подытожим. Если это хранение в ульях, единственное правило, что семьи должны быть сильные, и рамочки раздвинуть нужно шире. Когда похолодало, то есть пошли минуса, рамочки из улья мы убираем в пустой улей. Если мы храним просто как на вентиляции, на сквознячке, тогда мы просто рамки поставили, раздвинули шире. Если это корпус 8 рамочек, мы ставим там 6 или 7 и забываем о них до весны. С ними делать больше ничего не надо. Но если у вас есть возможность сделать сотохранилище, то это гораздо эффективнее. Я в этом году планировал делать, но в связи с ситуацией в стране не вижу смысла заморачиваться и влаживать лишние деньги. Хотя у кого есть возможность, делайте. Сложили раз туда всю вашу сушь, 2-3 раза окурили серой и забыли о этих рамочках до весны. А весной они пригодятся, потому что сушь – это такая зараза, что ее постоянно не хватает. На этом всем пока. Ставьте. А что я спрашиваю? Кто может поставить? А? Найду и накажу. Это видео получилось идеальное. Вы занимайтесь чем хотите, ну а я пойду обшкрябывать рамочки после воскотопки старые и готовить их на следующий сезон. Вон, руки черные. От чачи и от обшкрябывания. Все, всем пока.